Если не поставишь лайк и не подпишешься на мой канал всего за 5 секунд, то тебе сегодня ночью придет этот страшный херобрин. Так что прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на мой канал с колокольчиком и досматривай этот ролик до самого конца. Так. Ты слышал главную новость? Ты вообще слышал то, что происходит в городе? Я вообще в шоке. В какое страшное время мы живем. Надо закрыть. Что происходит? Подожди. По порядку, сядь, спокойно расскажи, что происходит. Сначала я услышала по телеку то, что в нашем городе появился маньяк. Подумала, что это какая-то интернет-жаба. Все-таки решила проверить сама. Спросила у знакомых, и они подтвердили то, что да, у нас какой-то бандит тут ходит. С пистолетом. Каких знакомых? У бабушек, которые на лавочке сидят. Ты с ними поменьше общайся. И что? Они, между прочим, очень умные вещи говорят. Да. Ну, конечно, в Майнкрафт не играют, но вообще классные. Мне нравится с ними общаться. В общем, я очень боюсь, я очень переживаю. Вдруг он украдет меня. Они телека пересмотрят, новостей вот этих вот всяких, поменьше их слушай, они там сказки всякие рассказывают, верят во всякую чушь. Ты в интернете почитай, ну правда бандит появился, почитай. Ну надо ладно, сейчас. Так, ага. Маньяк, надо, так. Надо. Нашёл? Что-то пишут, мне кажется, это чушь какая-то. Пошли лучше в ресторан сходим, пообедаем там. Ты не боишься? Да чушь какая-то, маньяк, не маньяк. Ну ладно, фигня. Ну пойдем, только я все равно буду очень-очень внимательной, чтобы никакой маньяк не подкрался и... Ну ладно, ну, давай, что? Так, ты не маньяк, житель? Не, ну ладно. Надеюсь, он не маньяк. А ты меня напугал. Ладно, к какому рестик-то пойдем? Да тут рядом ближайший, самый лучший Макдональдс. Или не Макдональдс. Это наш самый лучший ресторан. Хотя говорят, что там что-то новое в меню, надо почитать. Да нет, что-то по-английски написано. Ого, посмотри. Ого. Смотри, как много людей. Обычно тут меньше их. Нормально. Может, что-то у них тут новое в меню добавилось, что люди... Ну да. Ой, смотри, мороженое добавили. Мороженое, газировочку добавили. О, мороженое. Сладости добавили. О, это надо, это мне надо. Это новые виды мяса. О, почему от них так воняет? Наверное, протухшие. А почему у вас так мясо воняет? У вас же обычно, ну, получше было как-то. Оно не свежее, оно с рынка шло, не продал, не свежее. Ай, зачем вы его вообще выставили? Кто его возьмет? Ой, застряло. Ужас какой-то. Фу. Лови. О. Фу. Ладненько. Нам, пожалуйста, чай. Чай. А вот это вот что? Это пирог с чем? С рыбой, да? Фу. Не, пирог с рыбой нам не надо. Чизбургер у вас есть? Крабсбургеры, там вот эти вот бургеры. Да какие? Ты посмотри. Такое мясо, какие чизбургеры. А, фу. Ну его нафиг. Блин, у них роллы, но я не уверена, что они хорошие. Лучше наверное, их сделали в подвале с какаш каких-то. Фу. Так, ладно, мы вот, значит, чай берем. Оплати тут пока. Ой, он что, не забрал? Ладно, у меня денег нету, я вам на карту перекину сейчас. Так, ага, все, перекину вам. Если что, тут местечко нам заняла хорошее. Так, о, супчик какой-то. Это не суп, это пирог, ты что? Пирог? Похоже на суп с томатом, ну ладно. Ты не видишь, там бисквит снизу. Надо внимательнее смотреть, чтобы никакой маньячина за нами не подглядывал. Какой маньячина? Это обычные люди, он сидят, кушают. Извините, пожалуйста, а вы случайно не знаете про этого маньяка, который завелся в нашем городе? Мы ничего не слышали такого. Я ж тебе говорю. Что нету тут никакого маньяка. Ну ладно, успокоил. А пойдем тогда прогуляемся. Да фу, это мясо меня преследует. Фу, ну помните. Выкинь его на помойку. Что это такое? Динамит? В смысле? А чего он тут стоит? За рестораном прямо. Ой, надо отсюда сваливать поскорее. Почему у меня мясо на спине осталось? Фу, какая гадость. Все, я хочу. Пошли в парк. Пошли в парк, да, там парк. Прогуляемся где-то. Фух, а ну, то надеюсь, что... Мысли проветрить, чтобы маньяки всякие не снились, а то по ночам будут сниться маньяки. Да, это будет очень страшно. Да. Ой, смотри, а куда? Вон он, динамит этот. Чувак, отвали от моей девушки, эй! Эй, чел! О, чекуля, ща я тебя! А, пошел вон отсюда, пошел вон! Это капец! Этот маньяк забрал мою девушку куда-то и смылся. Надо ее спасать, срочно ее нужно спасать, ребята! Ставим лайки, чтобы я спас девушку быстрее, много лайков, я ее спасу. Так, мне там дома в сундуке, в заначке, в подвале лежит меч и другие там всякие инструменты. Сейчас пойду искать логово маньяка.
Только вот где его логово, это я, конечно, не знаю. Так, ребятки, вы ничего не видели. Это моя тайная заначка. Так, ага. Железный меч берем. И где же логово маньяка? Так. Надо спрашивать у жителей, может, они что-нибудь подозрительное видели. Житель, дружище, это не текай, ты ничего подозрительного... Вот, ладно, убежал. Может быть, ты что-то подозрительное видел? Фу, я ничего подозрительного не видел. А, вот, ты тут стоишь. А ты что подозрительное видел? А, слушай, поговаривает, что у нас в городе завелся маньяк. Да, можно с этого места поподробнее? Так вот, он живет в заброшенном доме, который неподалеку отсюда. Где-то там в подвале он хранит свои жертвы и пытает. Да? Капец, так надо срочно бежать, а где заброшенный... Ага, по-моему, вот это вот он и есть, это заброшенный дом. Так, ага, тут все заколочено, где бы тут пройти? Вот тут, ага. Какие-то чешуйницы пошли вон! А, кто там орёт, кто орёт? На помощь! Так, бегу! Так, на помощь так, кто-нибудь! Тихо спускаюсь, дурацкая люк. Так. Ой, фу, что это за место, фу. Помоги! Привет, так, выходи отсюда. Боже мой, смотри, он мне поставил какое-то ведро вонючее. Ой, что тут происходит? Это что, настоящая кровь? А это что такое, виселица, что ли? Пошли лучше. Это кто такой? Ай, жесть, пошли лучше отсюда нафиг, блин. Кошмар, так. Ты вообще меня нашел? Я у жителей поспрашивал, они сказали за этого маньяка. А! Какие-то чешуйницы, фу, пошли вон отсюда, пошли вон. А, фу, пошли вон отсюда. Киш. Страшули, надо закрыть. Я застрял. Выходи, давай. Фух. Это он меня тут держал, что ли, в заброшенном магазине? Капец, я раньше не мог подумать, что тут какой-то маньяк обитает. А где он только? Главное, на него не нарваться, мне так страшно было, ты не представляешь. Нужно пойти его грохнуть, так как куда он делся, он тебя украл, куда-то смылся. А может, в полицию обратимся, ну так лучше, наверное, будет. В полицию, полиция, дело замнут и все. Я вообще даже не знаю, где их участок находится, если честно. Ну ладно, так я сейчас попробую позвонить. Алло, менты. Не отвечают, ладно. Похоже, у нас в городе их нет. Ну придется брать все в свои руки, да. Тогда и надо... где нам теперь его искать? Я не знаю, пойти может на то место, где он был, только аккуратно. Ну, он ненормальный, ты видел вообще его страшнючий подвал? Да, это жесть, там кровь, это он там кого-то пытал, жители говорят. В смысле пытал? Подожди, фу. А ты вообще осмотрел этот магазин? Может он туда вернется, пойдем проверим. Не знаю, пошли проверим, как-то так. Я и не обратил внимания, услышал, что ты кричишь, а тут опять эти чешуницы вонючие. Пошли вон, тупые чешуницы. Давай, удачи, я тут пока смотрю. Пошли вон, пошли нафиг. Что там написано? Что там написано? Так, я закрываю дверь. Тут написано, с девочкой и свиньей. Тут что-то написано по-английски, я в этом не силен. К сожалению. Год, если ты используешь другой ресурс. Откуда? Чего? Откуда они взялись? Фу, блин. Тупые чешуйницы. Тупые. Пошли к черту. Какая-то еще корова, ну ладно, она вроде мирная. Корова, да, нормальная такая. Так. Так, смотри. Тут особо ничего нету. А ты люк закрывал? Я? Нет. Я не помню, мы просто сбежали и все. Опять эти чешуйницы, то откуда вы беретесь? Хе-хе, они упали. Ахаха, лошара. Так, похоже, он сюда не возвращался, он и правда тут пытал, похоже, каких-то людей. А, я застрял в паутине, меня чешуйницы жрут. Ой, я сейчас помогу. Но они вроде не сильно жрут. Я вылез. Всё, дурацкий встал. Люк, не могу пролезть, застрял. Ну, так. Его тут нет. Где мы искать его будем? Может, он тебя посадил и убежал за пыточным материалом? Зачем ты такие ужасы рассказываешь? Я не хочу об этом думать даже. Опять эти вонючки! Надо их грохнуть. Надо искать этого паразита. Сейчас у жителя спрошу. За тобой чешуйницы гонятся! Надо их валить, пошли к черту, тупые чешуйницы. Так, житель, скажите, пожалуйста, вот я вот в этом магазине, значит, да, пыткам подвергалась. Вы ничего не слышали? Он говорит, слышал. Я слышал, там маньяк какой-то обитает. Да, так именно, нам нужно его найти, и его, того самого.
Он в парке там что-то хранит, какие-то свои пыточные материалы, там какие-то инструменты. Где-то там в сундуке. Можете там его поискать. Смотри, а почему жители все об этом знают, и никто об этом не говорит? Не знаю. А ты от кого... это сообщники. А ты от кого эту информацию узнала? Не от этих жителей? Вроде от них. Да, так может они тебе и рассказали. Я думал, тебе с этим бабушки на лавочках рассказывают. А там... Да, так там бабушка была вместе, да, жена вот этого жителя. Да. Вот. Так, а парк-то где? В какой он имел в виду парк нужно? Ну мы с тобой в парке шли, а вон, вон он стоит. Вон он, гаденыш. Стоит, бандюк. Гаденыш, иди сюда. Давай, я его отвлеку на себя, а ты его попробуй завалить. Да, иди сюда, привет, иди сюда, гад, иди сюда, иди сюда, гад такой. Давай, иди сюда, сейчас тебе покажу, где раки зимуют. Сейчас тебе покажу, где раки зимуют. Все, ура, Влада, мы победили. А, там что-то с Владом А4 случилось. Ты что, это вот А4? Ты, наверное... Ты, наверное... Его жертва, которая жила после пыток. Вафилыч, домой закроемся там и не будем никуда вылазить. Будем и собирать шмотки и уезжаем в лучшее место. Да, перейдем в деревню жители номер 13 и будем там жить. Да, все. Фу, валить отсюда нафиг надо. Так, жители, спасибо за информацию, спасибо всем. Так, все, я домой, давай собираем шмотки. Так, 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 где-то по тумбочкам вещи, вот это вот все собираем. Телевизор, самое главное, телевизор, компьютер, и потом... Да, телевизор. Что еще забрать? Часы наши забрать надо. Компьютер, так, 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 кресло компьютерное. Да, морковку, морковку очень важно, важно, важно. Да, у погреба тут, тут вино мое хранится, его надо тоже забрать. Так, это... я заказываю пока билет. Так, ты уже забрал стул. Так, заказываю билет, и все. Так, 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 заказала, все. Через 2 часа у нас вылет, надо подготовиться. Так, надо... а ты что подсматриваешь? Сообщник его, вали отсюда! Какие-то маньяки, это ж по окнам надо жалюзи позакрывать, все позакрывать, чтобы за нами никто не следил. Так. Да, 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 да. Так, сейчас и забрать тоже. Будильник, будильник, будильник. Раньше здесь был мат.